Суджика – это вяленая икра лососевых. Это красная икра, которая вымочена в соляном растворе, а затем высушена. Суджика придумали японцы. Собственно, слово суджика в переводе на русский язык переводится как суджи ряд шеренга, а ко – это ребенок. По древней японской традиции суджика не разжевывают, а смакуют лишь на кончике языка, что позволяет в полной мере ощутить ее неповторимый вкус. А в России суджика обрела своих любителей, и которых с каждым днем становится все больше и больше. Ведь нет ничего лучше закуски к пиву, чем деликатесный продукт, причем натуральный, который вы, кстати, можете приобрести в нашем интернет-магазине.